Так и так, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем мощнейшую топовую рубрику от первого лица. Мои видео набирают за месяц свыше 300 тысяч просмотров. Это только за июнь. Поэтому, ребята, мы сегодня отправляемся на один из водоемов Донецкой области. Будет у нас влог. Поедем, поснимаем, покупаемся, покушаем, проведем время вместе со мной. С вас, как всегда, любой адекватный комментарий под этим видео. Подписывайтесь на канал и ждите. Дальше будет все самое лучшее. Ребята, хочу сказать по поводу дороги. Сейчас я на карте сделаю отметку, как туда добраться. В моем случае я еду на машине. Ну, а для вас, если вы едете на машине, то по моему маршруту. Если на автобусе, то... В сторону Зугреса автобусы ездят. Там нужно будет вам встать на остановке. Я вам отмечу ее на карте и пройти туда немножко пешком. Ну и я думаю, вы сами увидите, где этот карьер находится, его расположение. Я думаю, если вам будет интересно, вы обязательно поедете туда вместе со мной. Ребята, ну а сейчас мы подъезжаем к одному интересному месту. Здесь с левой стороны у нас церковь, и можно набрать хорошую, качественную родниковую воду. А самое главное, она холодная и ледяная. Вон, смотрите, друзья. Вот там течет вода, можно спокойно подойти и набрать. Он люди сейчас набирает. Так что это к вам к сведению. И здесь такое место, где останавливаются таксисты. Ну и можно здесь перекусить, покушать что-то и заправить свою машину. Ну а мы едем дальше. Ребята, ну а сейчас мы проезжаем к рынку. Это речка. Въехали мы уже в Зугрес. Вот за деревьев не видно, я думаю, ну вы по карте уже поймете. Вот такая вот красивая у нас река. Ну а мы движемся дальше. Цель у нас карьер зугресовский. Вот здесь. О, кстати, здесь и рыбу даже ловят. Вон, в правую сторону, там красиво. Ребята, вот ориентир будет заправка Альпи. И вы с моста съезжаете, первый поворот направо. Ну, я думаю, вы увидите. В принципе, по карте я сказал, и здесь по грунтовке. Поедем мы налево и выедем уже на карьере. Я думаю, по дороге я вам рассказал все. Дорога отличная, идеальная, так что... Вопросов по дороге нет. Будем направляться, уже встретимся на карьере. Ребята, ну вот я вышел с машины. Сейчас вам хочу внешний вид этого зугресского карьера показать. С высоты, как он выглядит. Ну вот, ребята. Вот такая красота. Ну сейчас мы спустимся вокруг всего берега, и я думаю, мы заедем вот на тот берег, и там уже будем купаться. Ребята, это первое место, где можно остановиться, ну и поставить тут машину. Конечно, пешком будет далековато идти, если вы хотите на автобусе проехать. Ну вот так выглядит зугресский карьер от первого лица. Это не Седово, вода здесь чистая. Не зря это ж карьер. Ну, мы потом с вами поныряем. Посмотрим, какая здесь видимость. Но так, конечно, красиво. Особенно на той стороне. Ну, там купаться запрещено. Мы сейчас разберемся, где будем
останавливаться и потом уже включимся. Друзья, ну сейчас мы уже плавно переехали на второй пляж. Здесь людей побольше. Сейчас будем искать место. Кстати, на первом пляже на камнях написано было «Купание запрещено». Но они сбоку так стояли. Но ориентир для людей поставили все-таки. Ну, хотя люди купаются. В принципе, каждый за себя сам отвечает по жизни. Но предупредить надо людей. Может быть, там какие-то опасные есть камни. Так что смотрите сами. Ну, мы сейчас проедемся на то место, где я вам с самого начала показывал, и уже там включимся. Друзья, кто хочет побывать частичкой себя в Калифорнии, в Америке, то я рекомендую вам сюда приехать и сфотографироваться на фоне этих каменных карьеров. Так что рекомендую. Вот еще одна надпись, и там их практически на каждом углу. Купаться запрещено, пляж не оборудован. Но опять же, для наших людей ничего не страшно. Купаются, загорают. А может быть, просто отдыхают, там шашлыки приезжают жарить. Хотя вот на камнях, смотрю, парень уже занимается жаркой. Ну вот мы и плавненько доехали до точки, где я вам показывал и снимал он с той стороны, где он стоит машина. Ну, сейчас будем здесь смотреть. Сейчас, ребята, залезу я на такой Ну вот вам, друзья, Зугрецкий карьер от первого лица. Вот, ребята, как вам вид, а? Каньон. У нас мини-Америка здесь на Донбассе присутствует. Не зря мне многие писали, съесть на Зугрецкий карьер, покажи там всю природу. Да, ребята, здесь красиво. Так что рекомендую всем. Смотрите, вот такая красота. Я думаю, вам понравится. Вы с удовольствием сюда приедете, рано или поздно. В общем, решили остановиться здесь, на первом пляже, где я вам показывал. Ребята, не решили немного перекусить. На обеде у нас сегодня сосиски, колбаса, сало, помидоры, черешни вот такие красивые были, наверное. Ну и огурцы, помидорчики. Так что всем приятного аппетита, но мы будем набираться сил, чтобы еще идти плавать. В общем, ребята, выдвинулся я вам показать немного местность на Зугрецком карьере. Остановился я на первом пляже, я уже его вам показывал. И сейчас хочу пройтись, поснимать с той стороны, как выглядит этот карьер, особенно в корягах. Еще не знаю, но в аквабоксе
Камера, я думаю, снимает хорошо. Видимость отличная, где-то метров может быть 5-6 точно. Так что сейчас мы пройдемся в ту сторону. Может быть, залезем на эту большую горку. И я вам покажу Зугрецкий карьер с этой стороны. Доберись до конечной точки и получишь хороший ракурс. Что не сделаешь ради этого, чтобы поснимать трех уточек. Ух ты, а тут опасно уже. Шевелится? Да не, не шевелится. Но я думаю, зайти можно сюда. А вот этот вот уже шевелится. Раз, два, три. Опа. Чё кричишь? Сейчас мы до тебя доберемся. Опа. Да, друзья, тут, конечно, вид прикольный. Кто любит такие места, уединиться, пофотографироваться здесь вообще идеально. Рыба плавает. Красота, одним словом. Ну, я сейчас без аквабокса, но я думаю, на камере вы увидите, что тут все идеально прозрачно. Ладно, пойдемте туда. Ребята, ну я так думаю, что здесь и там добывали руду, либо камень. Я, честно говоря, не знаю. Здесь, видимо, дорылись до водоносного слоя, и вода уже начала поступать, и образовалась небольшая родниковая долина, так назовем ее. Конечно, красиво здесь. Хотя и там, с той стороны, но видно, что здесь пласты камня добывали. Ребята, будем сейчас брать горку. Конечно, в шлепках не самый удачный вариант это все делать, но куда деваться с подводной лодки. Ой! Главное, да, не уйти назад. Потому что падать больно, и тем более в одних плавках. Все, покорили. Так, теперь куда идти? А куда идти, неизвестно. Вот, ребята, вам вид с высоты. Прикольно здесь, конечно. Хотя не рекомендую брать эту горку в шлепках. Да и залазить здесь опасно, вдруг нога соскользнет и неохота прокатиться фейсом по камням. Красота Донбасса от первого лица. Да, здесь ни разу я не был. Так что, ребята, рекомендую. Вода чистая, прозрачная. И вот там вдоль идет просто линия из камней. Я думаю, если с той стороны зайти, то можно вот на ту сторону плавно перейти к тому обрыву. Но мы уже на ту сторону, наверное, не пойдем. Ну, хотя сейчас посмотрим. Здесь уже опасно. Да нет, должно держаться. Ну, конечно, стремновато. Мы сейчас вот так поснимаем вам, ребята.
красоту с этого ракурса, с угресского карьера. Ребята, не рекомендую крайне здесь вообще находиться и подходить. Потому что здесь опасно это все дело выступает. А так, конечно, здесь, ребята, красиво. И он с той стороны видно недавно, ну, может быть, давно уже, но обрушение камня вот было. Ребята, как раз на вот этой части щель идет. И мне кажется, рано или поздно, но она рухнет, потому что просто так это дело б не трескалось. Так что смотрите и будьте аккуратны. Ни в коем случае не рискуйте. Лучше вы посмотрите это все один раз на экране. Ну, либо с той стороны, где более безопасно. А так, я думаю, здесь есть рисковые парни, которые прыгают с этого всего дела. Ну, как вам, друзья, такие выпуски? Вам нравятся? Я думаю, да, мне тоже. Обязательно комментируйте и пишите реакцию под этим видео, что бы вы еще хотели увидеть, а также обязательно предлагайте те или иные места. Я возьму их на заметку, и рано или поздно вы обязательно увидите все на своих экранах. Кстати, ребята, вот там тоже еще карьер. То есть здесь первый, там второй, и этот третий основной, где основное количество людей здесь обитает. Конечно, Донбасс очень красивый. Здесь есть на что посмотреть. Не только на промышленный потенциал, но и красоту, природу. Очень красиво. Так что, друзья, я рекомендую приехать сюда и своими глазами это все лицезреть. Так как посмотреть это одно, послушать это второе, а посмотреть и послушать в реальности это уже третье. Но я думаю, атмосферу я вам передал. Вы все прекрасно увидели. Я думаю, вы оцените. Вот, ребята, еще я сейчас поснимаю ближе эту часть третьего карьера. Ну, хотя вон люди в палатках сидят. Вода здесь такая светло-голубая, либо бирюзовая. Такая прикольная для восприятия. Красиво, как ни крути.
прекрасной ноте мы будем завершать этот видеоролик. С вас активность на канале, делитесь этим видео в соцсетях. Также не забывай подписываться, если ты не подписан. С вами на канале был Виконста, пока-пока. Ну вот, ребята, на обратной дороге еще решил заехать, показать вам родник, да и немного припастись водички. Ну как тебе отдых на карьере? Вода холодная? Да? А ты как думаешь? Ледяная. Ребята, заехали, купили в Sigmaland пончиков по 11 рублей штука. Ну как оценишь? Класс? Угу. Так что рекомендую.